мы подготовили для вас подробную видеоинструкцию о том, как пополнить PLC Farm. Существует несколько способов пополнить баланс PLC Farm. Рассмотрим первый способ. Откройте приложение PLC Wallet, перейдите в меню и авторизуйтесь, нажав кнопку «Вход», «Логин». Выберите раздел «Отправить в PLC Farm», «Transfer to PLC Farm» и укажите необходимую для перевода сумму. После ввода суммы нажмите кнопку «Отправить в PLC Farm», «Transfer to PLC Farm». Нажмите «Да» на экране для подтверждения перевода. Готово! Транзакция для пополнения PLC Farm создана. Если вы все сделали правильно, на вашем балансе в PLC Farm отобразятся поступившие коины. С их помощью вы можете прямо сейчас создать свой первый смарт-контракт. Для этого просто нажмите «Получить доход» — «Get Profit». Готово! Поздравляем! Вы успешно заключили смарт-контракт. Теперь вы сможете начать минтить и зарабатывать пассивно. Если хотите повысить свой доход, вы всегда можете увеличить Max Load, купив еще один продукт линейки Power Minter.